Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Садальский объявил об уходе Лободы. Станислав Садальский высказался относительно будущей карьеры популярной певицы Светланы Лободы. По его мнению, от певицы хитов можно больше не ждать. В своем видеоблоге на YouTube Станислав Садальский решил поделиться мнением по поводу увольнения Нателлы Крапивиной, продюсера Лободы. Актер заявил, что этот инцидент можно считать концом карьеры певицы. Напомним, что Светлана Лобода приняла решение прекратить сотрудничество с продюсером Нателлой Крапивиной после ее публичного скандала с Филиппом Киркоровым. Сейчас все необходимые вопросы решает личный менеджер исполнительницы. По мнению Садальского, это приведет к краху. «Прощай, Лобода. А я это предвидел, а я это говорил. Чтоб вы понимали разницу, продюсер пишет музыку. Менеджер организует концерты и решает вопросы по коммерческой составляющей. То есть вести как артистку Лободу уже никто не будет. И вряд ли стоит ожидать от нее новых хороших песен», – заявил актер. По его мнению, проблемы у Лободы появились еще с момента ее на самого удачного участия в проекте «Голос». «Дети» теперь певица уже не получает прибыли от своего творчества. «Я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его. Наше сотрудничество в течение 11 лет – это не то, что можно выбросить из памяти, забыть. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. Мы давно искали человека на должность концертного директора. В моей жизни продюсеров больше не будет», – комментировала уход коллеги Лобода. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр!